Стройные ноги и подтянутые бедра – это серьезный повод для гордости. Но как же их сделать привлекательными, если вы ведете малоподвижный образ жизни? Сейчас я покажу комплекс упражнений, который основан на махах, регулярно выполняя который, вы сделаете свои бедра рельефными и подтянутыми. И так не устаю напоминать, что перед каждым комплексом мы должны сделать разминку. В качестве разминки пошагайте на месте с высоким подниманием колен. Сделайте небольшую растяжку, для этого наклонитесь вперед. Так вы растянете заднюю поверхность бедра. Затем согните ногу, растянув переднюю поверхность бедра. Сделайте вдох, потянитесь вверх. Так мы растягиваем пресс. И сведите за спиной руки в замок, отведите плечи назад. Так мы раскроем грудную клетку. После этого мы переходим к первому упражнению. Мы будем делать махи в сторону. Вес тела на левой ноге. Она слегка присогнута, ровный корпус, пресс напряжен. Руки на поясе. Делаем вдох и на выдохе отводим правую ногу в сторону. Доля секунды фиксируем ее и возвращаем в исходное положение. Итак, без пауз выполняем 20 движений. Сделав 20 движений, зафиксируйте ногу в конечном положении и досчитайте до 20. Раз, два, три, четыре, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То же самое без паузы делаем в другую сторону 20 раз. Затем без пауз делаем 20 махов назад. Вес тела на левой ноге, колено опять же слегка присогнуто, пресс напряжен. Правая на носке, на выдохе отводим максимально назад, на вдохе возвращаем в исходное положение. Самое главное, во время движения не прогибайтесь в пояснице. Для этого максимально напрягайте пресс. Сделав 20 махов, оставляем ногу в конечном положении и снова считаем до 20. Раз, два, три, четыре, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Появилась характерная тряска. Без паузы сразу делаем на следующую ногу. Выполняя махи ногой в сторону, вы задействуете мышцы внешней поверхности бедра и ягодичные мышцы. Те зоны, над которыми расположены так называемые жировые ушки. Таким образом, вы ускоряете кровоток в этой области. И если вы дополните свои тренировки аэробными упражнениями, такими как бег, ходьба в быстром темпе, езда на велосипеде или прыжки, то от этих проблемных зон вы избавитесь гораздо быстрее. Это был первый подход, и после него мы сразу же делаем прыжки. Мы прыгаем ноги врозь и ноги вместе. Прыгаем так в течение 1 минуты и затем, отдохнув 30 секунд, повторяем всю ту же самую комбинацию, делая второй и третий подход. Итак, мы переходим к следующему упражнению. Это будут круговые махи ногами без пауз. Итак, колени слегка присогнуты. Поднимаем правую ногу, делаем полукруг и сразу же выводим левую ногу. Старайтесь поднимать ногу как можно выше. А для того, чтобы контролировать амплитуду, перебрасывайте ногу через спинку стула. Тогда вы точно не будете сачковать. Старайтесь не расслаблять пресс и не сутулиться. Спину нужно держать максимально ровной. Если вам не хватает гибкости подколенных сухожилий, вы можете слегка присогнуть ногу. Поверьте, нагрузка, которая ложится на переднюю поверхность бедра, от этого не уменьшится. Делаем по 20 движений каждой ногой. Дальше серия упражнений на коврике. Опускаемся вниз. А последнее упражнение отшлифует те зоны, над которыми мы работаем всю эту неделю. Выводим ногу вперед, опускаем носок вниз, делаем вдох, на выдохе поднимаем правую ногу, сгибаем ее в колени, выводим вперед и опускаем вниз, не касаясь пола. Концентрируйтесь во время сгибания и разгибания. И за счет того, что вы немного дольше удерживаете ногу на весу, очень сильно включаются ягодичные мышцы и внешняя поверхность бедра. Выполняя эти упражнения, не жалейте себя. Делайте их на грани собственных возможностей. А еще я рекомендую после них сделать пробежку на свежем воздухе. И тогда результаты не заставят себя долго ждать. Жду вас завтра на нашей тренировке. Пока!
Привет, YouTube! Спасибо, что смотрели наше видео. Если оно тебе понравилось, то не забудь поделиться им в соцсетях и оставить свой комментарий. А также нажми кнопку «Подписаться», чтобы первым увидеть новое видео.